Bavaria e baixo comentado Alexander Smirnov, Немцы, Мюнхенцы, белой форме они побеждать, они должны показывать Неймара. Неймар с мячом штрафной, передача на свободное место, будет удар поворотом Мбаппе, опоздал, нет, что творится, это даже и не Мбаппе, это Левен Кюрзова забивает справа, вот такой Дани Алвес, прошу прощения, я тоже сошел с ума от этого эпизода, с какой легкостью разобрался, растерзал оборону и вывалил мяч на свободное место Неймар. Карло Анчелотти. 2-0 против Вольсбурга к перерыву и ничья 2-2 в домашнем матче чемпионата. И вот такое начало в гостях на Парк-де-Пренс. Что творит Неймар? Обводит одного, второго. Подача опасна, удар. Мяч летел. Вновь возникший у Парижа. Говорю вновь, потому что это не первый раз. Об этом говорят. Любопытный эпизод. Скид на линию вратарской. Подбор. Хорошая скидка Мартинов. Удар. Браво, Альфонс Ареола. Вот это то, что нужно для большого праздника футбола. Барселона в полуфинале уступил Милан. Алабам. Подача. Левандовский. Лучше идти вперед пораньше. Дани Алвес. Отличная передача. Мбаппе в штрафной. Развернулся. Кавани. Сходу удар. И гол. И гол. Эдинсон Кавани. Вот так он забивает. Он может промахнуться с пенальти. А как он попадает в верхний угол с 20 метров. Бог, конечно. Вот этого искусства форварда. 2-0. И Кильян Мбаппе, умница, пауза, все тонко, какой же оркестр теперь получил Пари Сен-Жермен в атаке. И сам Кавани сбросил аккуратненько мяч.